Какой, по-вашему, будет ваша старость и смерть? Старость. Честно говоря, я вряд ли до нее доживу. Когда-нибудь меня пристрелят. Это вполне логично. Естественно. Ведь для того, кто побывал в тюрьме особого режима, нет правил. Вот и я. Живу без правил. Без правил и без надежды? А планы есть? Планов у меня куча. Куча планов. Закрыть тюрьмы особого режима. Я провел там 5 лет. Представляете срок? Целых 5 лет. И я хочу выпустить оттуда всех, кто там сидит. Я видел, как опускали, ломали людей, уничтожали. И если наш министр, господин Ален Пейрефит, этого еще не понял, я отличный подрывник. И смогу взорвать пару судей. Вам нужны во Франции банды Баадера? Им красные бригады нужны? Пусть себя спросят. Потому что если будет надо пойти в тот квартал, потренироваться с палестинцами, я пойду туда, и мы взорвем все к черту.